как под камеру. Я, конечно, хотел туда попасть. Ты сделал? Потом ушла. Good. I mean, it's been a long year, but I mean, it's all part of it. So, I mean, we feel fresh coming off a big win, which is huge. So, just got to keep going. Yeah, for sure. I mean, Ubin's a really good team, and that was a big win for us. So I think everyone's feeling better. I think just to get a win in general is good for the team. So I think we're feeling really good. You look at the Eastern Conference. There's, you know, 2 points separates one from seven or one from six. So every game is so big, and this game's no different. So I mean, tonight we got to make sure we're ready, and it's going to be a playoff game. They're going to be hard. They play hard. They play a full 200-foot game. They got a lot of skill. But we just got to be ready to play our game and not try to worry about them too much. Козин сыграл, стянул на себя двух игроков. Еще одна попытка броска была заблокирована. Дронов гол! Григорий Дронов прошивает верхний угол ворот Василия Демченко. Здорово играли, хорошо двигались. В принципе,
Я считаю, что переигрывали соперника, были хорошие моменты. Во втором периоде в конце, конечно, пропустили ненужный гол. И немного, так скажем, может быть, гол в раздевалку повлиял. В принципе, мы вели игру, я думаю, и контролировали матч. Дублем отметился Денис Зернов. В том матче, который завершился 7-4, моментище! Иди, иди! Возникает возле ворот «Авангарда». И вот еще один бросок по воротам. Дронов его наносит. Демченко выручает. Так вот, иногда смотришь и думаешь, вот как это вообще работает? Вот первый период, вообще ни одного момента. Равная игра, идет все. И вдруг второй период, прямо доминирование. Да, хорошо, хорошо, хорошо. В общем, резюме, если делать, такая шайба, скажем, не совсем типичная. А вот здесь вторая влетает в ворота Демченко и вновь в ближний угол. Уже Андрей Чибисов забивает. Ну, в принципе, я скажу, что площадка маленькая здесь, места немного. До ворот небольшое расстояние, надо бросать отовсюду. Нам и тренер это говорит, в принципе. И я то же самое скажу, что надо бросать отовсюду, она может залететь. В принципе, быстрая игра, поэтому получается... Клюшки, ребят, важно, клюшки! Кто там из вас поживее? Кто нормально? Коробочка готов. Толик, подожди! Здорово, защитник набросил на пятаке. Удачно отскочила шайба, добил. В принципе, рабочий гол. Здорово играли сегодня. Бросок Керана с дальней дистанции. Демченко перед собой отбивает. Никонцев, бросок, гол. 3-2. Выводит Анатолий Никонцев. Металлург вперед. Здорово играет на добивании 15-й номер. Да, ну вот это, конечно, не очень хорошо для «Авангарда». Вот эти серийные голы только сравняли и сразу пропустили. Ну а что касается «Металлурга», Никонцев очень важную шайбу для своей команды забросил. Хорошая игра, игра уровня плей-офф, как в принципе ожидалось, я думаю, от «Авангард» с «Металлургом». Немножко у нас там в овертайме даже 2-1 было и 0 было, а тут в обратную сторону прилетело. Ну. Можно сказать, что сегодня невезение преследовало «Магнитку»? Ну, где-то есть, честно. Надо перерабатывать это, переламывать. Сегодня очень достойная, качественная игра. Можно ли сказать, что игровой кризис некий, который намечался, он позади? Я надеюсь, я так думаю. Я сказал сейчас ребятам, что будем так работать, так играть, и оно перевернется.